Итак, снова здравствуйте, это снова курящий из окна, он же Дмитрий, и мы остановились на том, что открыли себе дырку в неизвестное. Интересно, чего там? Вряд ли имеет смысл вызывать сюда лифт, мы его только что отсюда угнали, так что попробуем прыгнуть. Но зря. Зачем же я тогда угнал лифт наверх? Причем, кстати, контрольная точка у меня без угона лифта наверх. Странно. Очень странно. Интересно, хотя бы та посылка, которую мы отдали за получение непонятной ачивки, уже отдана? Да, эта ачивка отдана. Ладно, сейчас проделаю за кадром все то, что мы уже делали, и вернусь, потому что это долго и нудно. Кстати, подождите-ка. Вот эта посылка валяется, мы ее не отдали. А если ее еще раз отдать, ее кто-нибудь возьмет или нет? Ну да, ее снова берут. Но ачивку еще раз не дают, просто так берут. Интересно, имеет это какое-нибудь отношение или нет? Или может быть это имеет отношение именно к тому, как дальше пойдет игра? Может быть теперь нас за что-то отблагодарят, а до этого бы не отблагодарили, и если бы мы не сделали это снова, то не отблагодарили бы. Вот хочу попробовать сейчас, может быть у меня получится куда-нибудь выпрыгнуть. А, подожди, я понял, пока лифт едет, надо успеть залезть. Надо успеть залезть в телевизор, пока лифт едет, но я его, блин, выключил, поэтому я не успею. Или нет? А тут явно есть этаж, который я проезжаю мимо. Да, и там даже есть дырка сверху, все, я понял, что мне надо делать. Давайте поедем... Сначала вниз обратно. Включим телевизор, пока едем. А тут, кстати, телевизоров нет на этом этаже? Нет, на этом телевизоре я не вижу этажей. И вот, например, теперь мы включаем рычаг. Быстро залезаем в телевизор. И пытаемся на крышу лифта прыгнуть. Чтобы не самоубиться. Только успеем, не успеем, успеем. Присесть надо, а. Вроде не надо, но на всякий случай присел. Только зачем мы здесь оказались? Я же отсюда просто выпрыгну и все. Я не понял. Я отсюда разве что могу на что-то прыгнуть. С другой стороны, я могу не убивши... А, все, я понял, как раз на средний этаж надо так попадать. Все. Все, я понял. Так, а как бы нам это сделать? Но нам это надо сделать опять, перезапустив все это снизу. Потому что сверху я просто не успею. Или успею, кстати. Но, наверное, успею. Давай-ка. Прямо вот так и прямо сюда. Успеваем. Успеваем. Успели. Мордой в пол, как мы любим. Но зато было сохранение. Вот когда научили уже, когда я долго тупил с другим лифтом, теперь все получается. Кстати, снова какие-то половицы не совсем правильные. Такое ощущение, что на них можно нажимать. Заводной кролик с ключиком в одном месте. Постоянно на лапке не встает. Двери закрыты. Куколка. Ты меня съешь? Дай мы куколку зайчику подарим, а? Вам же будет лучше вместе. Можно еще и уточку к вам приложить. Ну блин, тут и уточки, и машинки, и приятелей целый вагон. Я так задолбаюсь все это в одну кучу класть. А мне показалось, или там можно куда-нибудь пройти еще? Мне вроде показалось. Ну тогда пойдем, куда предлагают.
Это обои оторванные или дырочка в боку? Нет, это обои оборванные, значит, сюда. И оттуда сейчас какой-нибудь бешеный еж выбегает, нет? Интересно, значит, по размеру мы больше ежа или нет? Так, тут есть снова мыло. Ой-о-о, блин. Мыло. Ты чё? Угу. А здесь, кстати, не из-за дождя налило. Хотя и из-за дождя в том числе, но тут еще и душ течет. Радио есть. Так. Еще неужели мне на мыло надо прыгать? Я, кстати, пытаюсь понять, а проводом электрифицирован туалет? Кстати, да, назад мне нельзя теперь. Хм. Я просто не допрыгнул или что-то не то? Или надо с бачка? Да, сюда тоже не попадаю. Но не могут меня заставлять точечно на мыло прыгать. Наверное, я просто не допрыгиваю. Или я с бачка могу на сухое место прыгнуть. Не с бачка, а с крышки. Наверное, с крышки я могу прыгнуть. Да, здесь уже сухо и комфортно. Мне очень не нравится поза этой женщины. Она явно что-то не то делает своей левой рукой. Хм. Смотрел вот на эту белую штуку, которая под картиной. Мне сначала показалось, что это стандартная радиоточка. Но знаете, были такие розетки под радио, и туда просто радио втыкалось и держалось, собственно говоря, в этой же розетке. Угу. А мне, похоже, женщину надо заманивать в электричество. А как мне это сделать безопасно для себя? Я у нее могу, кстати, табуретку спионерить. Могу же, да? Аккуратно! Или не могу? Блин, у меня реально все ёкает внутри. Это так резко происходит сейчас с таким звуком громким. Прямо очень хочется мыло взять, но нельзя. Но если подумать, прыгнуть отсюда. Может, я отсюда до ванной, кстати, могу допрыгнуть. Да нет. А, не, могу. Ну, все, собственно, понятно. Теперь все понятно. Только как мне из ванной выбраться? Вот из ванной мне, скорее всего, выбраться не по... А, через раковину из ванной выбираться? Ну, ладно, это мы освоим. Мне главное женщину сюда впилить. Из-за угла. Давай, 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 давай. Молодец. Один мужчина на нашей памяти, теперь еще и одна женщина. Блин, а телевизор тоже сдох. Ну ладно, бывает. Может, кстати, имеет смысл все-таки попытаться выдернуть это из розетки? Не, нельзя. А табуреточку я могу двигать, похоже, все-таки. Куда-то мне ее надо будет двигать. А, по-моему, там была дверь с ручкой. Скорее всего, это надо именно для нее. Ну, пока мне нравятся эти соперники, они логичные. Они не на успевание что-то сделать, они на подумать. Немножко совсем на успевание. Боюсь, конечно, так долго не продлится. И вся эта толпень побежит за мной. Так меня заштырило. Ой, я вам сейчас кайф-то пообломаю. Не дают. Не дают обломать им кайф, а так хотелось. Кстати, я сюда отлично вписываюсь. Может, на это все-таки есть какой-то расчет? Слушайте, они меня не трогают. Даже с этой точки телевизор нельзя выключить. Ну ладно, по крайней мере, мне понравился этот кадр. Может быть, он даже на обложку пойдет. Правда, теперь почему-то он не смотрит, куда я хочу. Да, вот так вот.
Вверх смотреть тебя красивее выходит. Может, там что-то можно было сделать, но не приходит мне на ум так быстро. Так, а здесь разрывы кабелей и сосущие конфеты. Отличное сочетание. Вообще, у них тут постоянно электричество и дождь, электричество и дождь. Телегу можно двигать, двигать черт знает куда. Запомним. Лазать нельзя, запомним. Лазать по этому можно? Не, нельзя. Я бы телегу скатил вот сюда, вот, например. Ну и судя по тому, что здесь электричество, наверное, именно так и надо делать. Но катить ее дико долго надо. Поэтому сделаем это в ускоренной перемотке. Ну хотя надо ей отдать должное, она довольно легко катится. Может быть даже не в ускоренной. Еще даже по инерции катится. Так, с этой стороны ее можно подтолкнуть? Не знаю только абсолютно, что я с ней должен сделать. Но она уж больно хорошо сюда встает. Е-е-е, слушайте, а видите, как продумано все? Правда, это продумано в тех местах, где это продумано. Обычно это ни хрена не продумано. Тележка скатилась ровно куда нам надо, потому что в этой точке под ней сливное отверстие в канализацию, куда вода должна уходить. А пол должны делать таким образом, чтобы был скат именно в эту точку. То есть тележка скатилась именно из-за того, что по архитектуре скат в эту точку. Но должен сказать, в таких местах зачастую пол заливают от балды. И хорошо, что это цивилизованная страна. Ну, я утрирую. Не цивилизованная, а там, где все сделано по плану и правильно. Ну, а то, что сохранение до выкатывания этой тележки, оно ж до, да? Да. Это бесит. Ну, вы поняли, да, то, что я имел в виду, что как бы там пол имеет такую воронкообразную структуру, именно в эту точку. Поэтому тележка сюда абсолютно правильно скатывается. И здесь даже есть подсказка, с какой точки прыгать. Мне кажется, у них у самих были некоторые проблемы с перспективами, поэтому они оставили подсказки. Там, кстати, есть... Там есть телевизор, а нужно ли мне его оставить включенным? Но я его с этой точки не могу выключать. Фу. Так, ладно. И мне можно... Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, наверное, я правильно сделал. Ага, там есть ивент-окошко и проход. Пойду-ка я от греха под... А, не получится у меня от греха подальше, да? Мне наоборот нужно в это ивент-окошко отсюда попасть. Снова мячик. Вот, к сожалению, мне говорили попробовать что-то сделать с предыдущим мячиком в комнате с электрическим стулом, но... Сами понимаете, серию я сейчас пишу небольшими блоками, поэтому, естественно, я там уже не могу ничего попробовать сделать после выкладывания серии, потому что у меня уже серия прошла. В это окошко нельзя прыгать? Не, нельзя. Ну тогда вентиляцию. Надеюсь, я тут ничего не опускаю. Пытаюсь понять, что это. Я думал сначала тоже пепельница и сказать, что у них просто каждый стол укомплектован пепельницей. Но нет, это заводной ключик. Брать который нельзя. Я бы кого-нибудь завел. Получилось все нормально. Ну и да, все, как я рассчитывал, все выключается. Теперь можно идти. Интересно, этот звонок нельзя понажимать? Нельзя не понажимать, не выкинуть его.
А не, можно. Странно. Я думал, за это должны давать какую-то скрытую ачивку, но нет, я уже раз 20 на нем прыгнул, и ничего не дают. Может быть, конечно, на нем нужно прыгнуть 100 раз? И специально для этого, ну, кто-нибудь будет перепроходить потом всю игру? Но вряд ли. Главное нам здесь не утонуть, то электричество, это, конечно, проблема, но на самом деле... Вода тоже кое-какая проблема. О, а телек, кстати, вырубился. Потому что электричества нет. Хотя обычно эти телеки неплохо работали и без электричества. Но от него есть провод. Может быть, его надо куда-нибудь в другую запасную точку подключить. Потому что другого выхода из этого места я не вижу. Так, провод идет поверху, поверху, поверху. Да, вот это опять же он. Угу. Ну да, и он идет в этот щиток. А, мне, наверное, в этот момент надо тележку переставить, чтобы я смог по тележке добраться до телевизора. Почти наверняка так. Потому что тележка сама скатывается куда надо, только когда ее не трогают. Надеюсь, она встанет сама куда-нибудь. Вот здесь она что-то уже не встает сама. Но буду надеяться, что я поставлю ее примерно как надо. Потому что иного варианта я не вижу. Но отсюда я допрыгну. Вот с тележки до телевизора отсюда что-то я не уверен. Но если эта загадка именно на попадалку, то мне она не очень нравится. Потому что тут можно будет 100 раз пытаться поставить ее правильно. Все равно не суметь. Ну и чё, обратно целый долгий путь пытаться опять там пролезть. Ускоряем. Или все-таки именно на какую-нибудь из этих кнопочек можно нажать, нет? Нет, нельзя, но, видимо, надо включать. Ага. А, ну, допустим, отсюда я могу выбраться наверх вот так вот. Ну, а вот здесь вот, похоже, реально попадалово. Как сумеешь, так и давай. С моей разборкой в перспективе, думаю, не с первого раза выйдет. Не, нормально получилось. Отсюда прыгнуть? Ток, не падай. Ток, не падай, молодец. Пошли. На самом деле это была очень-очень точечная склейка. Я пытался сделать это 5 раз, но нет. С первого раза вышло. Какая-то интересная комната. Диван с раковиной выше человеческого роста. Хотя нет, кстати, не выше, только это, по-моему, не раковина, а унитаз. У меня теперь фонарика нет, у меня только пульты есть. Но куда надо, мы, наверное, попадем. Кстати, а дверь не открывается, нет? Нет, дверь не открывается. Ага. А мы теперь с обратной... Так, там лежит еще одна шляпа на будке. Как ее брать? Это мы, похоже, с обратной стороны того, что мы уже видели. Так, ну отсюда я до будки никак не допрыгну. Блин, я застрял. Я упал. Я могу выключить им телек. Возможно, это поможет мне. Будка не открывается. Мне нужно сначала на крышу этого магазина попасть как-то. Опять вот здесь вполне достойная шляпа лежит. Но нет, блин. Мне нужна именно та, что на будке. Ну, допустим, я включу этот телевизор. Эта дверь не открывается. Ну, допустим, я выключу тот телевизор. А что мне делать-то между всем этим? Я надеюсь, они отреагируют не на меня, а на телек.
Да, они отреагировали на телек. Я теперь смогу попасть внутрь. Ой-о! Ха-ха! Какая интересная задачка. Ой-ой! Эй-эй! Так. А мне что, надо было очень быстро бежать? Как же шляпа? Блин, и у меня теперь сохранение с этой точки. А другие телевизоры я не могу включать? Нет, другие телевизоры я не могу включать. Да, если он меня ловит в луч, то уже ловит до конца. Вот он, кстати, может дверь открыть, а я, блин, не могу дверь открыть. У него, кстати, штаны приспущены, кажется. Так. Бежим по магазину. Зомби-апокалипсис. Ну, видимо, та шляпа, которая на будке, меня теперь все. Никогда не будет моей. Или это все-таки была не шляпа? У меня есть похожая. Ну, вот это разве что если... Ну не, мне отсюда не выйти. Может быть, мне это разрешат потом. Вот может быть, у меня по магазину я потом окажусь прямо на его крыше, и вот там мне будет выбор, прыгать или нет. Я хочу успокоить себя этим. Так, ну вот ваши телеки, давайте. Телеки. Ой-о. Понятно. Они не ведают, что творят, они не понимают своего счастья. Только порадовался, что есть логичные соперники, а не скоростные. Вот начались скоростные соперники тоже. Там, кстати, еще, по-моему, телевизор прямо под потолком висит. Хотя это плоская панель, вряд ли они могли такую плоскую панель заиметь, если у них все телевизоры такие. Фу. Дубль неизвестно какой, но пробуем. Скорее всего, здесь нельзя останавливаться просто ни на секунду. Если остановлюсь, то мне уже потом не повезет никак. Не туда попер, да, здесь я помираю сразу. Не знаю, конечно, есть какая-нибудь такая ассоциация или нет, но вот я смотрел, я сам давненько не играл. У Киномана смотрел, они там постоянно пытались первых Дабл Драго насилить. Там ближе к концу уже есть такой босс, который представляет из себя какое-то желтое колесо, от которого надо по водному каналу на лодочке уплыть. Ну не на лодочке, а на чем-то таком. Успел. Забыл, как его зовут, какое-то двойное название. Вот мне ровно казалось, что есть такая логика. Там реально застопоришься на секунду, уже все, не успел под конец абсолютно точно. Да, скорее всего, ту шляпу мы профукали. Я знаю, из самого главного меню можно выбирать главу, но, по-моему, там можно выбирать только главу, а не каждый отдельный участок этой главы. Так что придется с этим смириться. О! Здравствуй, девочка. Давай мы тебя возьмем. Наверное, я также просился из телевизора, когда она меня спасала. Тебе, кстати, я мог выключить этот телевизор? Ай, уже не проверю тоже. Хм. Но работает. Так. Подожди. Можно с контрольной точки? Вот телевизор. Вот она. А мы его сейчас выключим. А фига с два мы его выключим, он не выключается. Ну, значит, а, давайте. Вперед в кошмар. Тянем, потянем.
Ну вот как мне от этого спасаться? Он мне, кстати, напоминает еще одновременно и Фредди Крюгера немножко. Но он слишком худой для Фредди Крюгера и одет в шляпу правильную, а вот свитер все-таки не то. О, мы его зарубим! Нет, мы его не зарубим, мы будем играть в сияние. Я забыл, как зовут главного героя сияния. Джек, по-моему. По-моему, он как Джек Николсон был, так его и Джек в фильме звали, хотя может и нет. Откуда, кстати, он падает со стенки, вон он в стенку воткнут. Извините, знаю, это не сработает, но я хочу все-таки попробовать зарубить именно самого главзлодея. Может быть, на это есть расчет? Или телевизор зарубить? У меня топор когда появляется? Нет, топор пока в стенке. Топор падает. И давай, пока ты еще вся не пришел. Мы тебе по ногам! Нет, по ногам нельзя успеть. Ну, тогда будем действовать правильно. Так, давай успевать. У нас мало времени. Он у нас пока что приходит в себя, опять отряхивается. По-моему, все-таки не Джек звали, ну да и черт с ним. Кстати, скорее всего, топор надо вовремя успеть отпустить! Отпусти топор, если любишь! Да куда ж ты не хочешь, что? Не успел немножко. Я уже его вижу в такой раз, что я в этот раз начал считать количество пальцев у него. Но не, количество пальцев у него правильное. Короче, главное вовремя отпустить топор. Сказал, почему ж ты не отпускаешь ты его? Ну почему ж ты не отпускаешь ты его? Реально все-таки бесит, но зачем они сделали контрольную точку до этой сцены? Ну хотя, конечно, я согласен, она прикольная, но видеть ее вот пятый раз, ну, наверное, от того, что я не умею играть, поэтому я и вижу ее пятый раз. Я уже его лицо пытаюсь увидеть. Так, топор он отпустил. Теперь лезем. Кстати, довольно интеллигентное лицо, чем-то похож на Джимана. Так, ты ко мне полезешь или нет? У тебя же длинные руки, я же знаю. Он сверху. Или не он сверху? Кто сверху? Он сверху. Страшно. Меня тут нет. Да не зыркай ты. Нет меня тут. Сейчас он обманчиво еще раз покажет, да, свою голову. А куда он делся? Он сзади или спереди? Так, было сохранение. Битва с ним продолжается. Че, неужели нам придется всю битву с ним отыгрывать сейчас? Вот не знаю, он вроде не страшный, но он, блин, самый стрёмный. Пока что из всех боссов, потому что те были просто отвратительные. А этот именно страшный. Так, мне нужна скоростная табуретка. Там, кстати, перспектива еще неправильно стоит, там дверь по диагонали установлена, видите? Или это аллюзия на тот коридор, который был в телевизоре? Хотя, видите, сначала кажется, что он медленно идет, а потом он немножко телепортируется. Успеем! Успеем! Успеем, блин! Да не успели. Счет на минуты идет. Не на минуты, а на секунды.
Что мне кажется, потом или эта перспектива потом правильной становится, и дверь перестает быть диагональной. Залезай на табурет. Да залезай на... Да залезай на табуретку, да пожалуйста. Да прыгать ты теперь на подоконник-то, пожалуйста. Ну, естественно, у нас ничего не получится-то, пожалуйста. Беги! Интересно, нам потом покажут человека, который так дружелюбно установил нам эту табуретку. Так, ну вот с этого раза я должен успевать. Доски нету. Это для таких тупых, как я, доски нету изначально. Хоть я не понял. Но почему-то ее в этот раз не было. Может, игра действительно становится легче. Может, это глюк. Интересно, мы по-прежнему от него убегаем. Опять я вижу шляпу. Опять не ту. Чемоданы недоступные. Так, и снова он. То есть смотреть по сторонам, может тут что-нибудь есть? Наверное, вперед прыгать не стоило бы. Надеюсь на это. Пока успеваем. Сохранение было. Сейчас будет что-то жуткое. Кстати, ходить неудобно. Ему башку приходится нагибать, потому что двери ниже его. Но вот этот человек мне нравится. Да дурак ты! Повесь ты на этой штуке. Опять надо вспоминать механику, как правильно прыгать на этих трапециях. Кстати, из-за сохранения я потерял свое, наверное, свое успевание от него. Интересно, кстати, как он эту пропасть перепрыгивает. А, мне прыгать не надо, я просто дверь открывал этим. Так, слайсимся. Не слайсимся, слайдеримся. Отстегиваем вагон к чертовой бабушке. Я даже угадал, что это отстежка вагона. Пока, мужик! В какие приключения мы едем, узнаем позже. Почему-то у меня тут дымится все. А, это мой пульт сломался от телеков. Видимо, да. Ну что же, а мне кажется, что это прекрасный момент, чтобы заканчивать серию. По-моему, тут было сохранение. Я весь ломанный-переломанный. А это, кстати, наша девочка. Но все же узнаем в следующей серии, что с ней. Пока что был курящий из окна, смотрите, подписывайтесь. Донатьте понемножку, если можете, это приятно и полезно. На свидание, пока. Пока. Я скреплю тут. Не, ну просто я уверен, мы ее сейчас возьмем и пойдет сюжет, и не хочется. Поэтому в начале следующей серии, прям с начала. Может быть, следующая серия будет на одну секунду. Ну, так или иначе. Ладно, пока.